Всем привет, я Даша. Здравейте, новсички, ассам Дарья. Вот уже несколько месяцев. Вече вот няколко месяца. Я с Господом. Сам с Господ. Я никогда себя не чувствовала лучше. Никога не се чувствах по-добре. Жизнь с Господом – это нечто невероятное. Живота с Господом – нечто невероятно. Каждый день, всякий день, у меня идет поток нескончаемого счастья. Усещам поток от безграничного счастья. Ну, я думаю, вы все знаете кого-то. Мисля, че всички го знаете това. Я еще заметила. И забелязах още. Что даже в самых маленьких вещах, каких-то... даже в най-малките неща, в каких-то мелочах, в някакви дребни неща, все равно Господь помогает, если ты просишь Его об этом. Господь пак не помага, ако го молим за това. У меня уже так много всяких мелких свидетельств. И вече имам толкова много дребни свидетельства. Вот попросил, и он сразу, опа! Когато моля Господь за нещо, и той веднага ми дава. Вот сразу же. Веднага. И... Что еще могу сказать? Какого с Господом классно. С Господом много готину. Могу какую-то ситуацию рассказать? Мог да расскажи за някаква ситуацию. Ну, последнее это было с экзаменом. Последнее беше с изпитами. Я готовилась ровно за день. Готвих се един ден преди изпита. Очень трудный экзамен. Беше много труден изпит. И я помолилась Господу, вот пусть мне... Попадутся задачи, которые я учила. И помолю Господу, мне сепадна задачи, какую-то учих. Вы не поверите. И няма да повярвате. Попались! Паднаха мисли. В итоге, каким-то чудом... И по някакво чудо... Я получила максимальную оценку. Получих максимальный балл, оценка. И спасибо Господу. Благодаря на Господу. Аллилуйя. Ну, я думаю, оценки — это последствия того, что она сказала, да, оценки что Даша сказала.